Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. Двадцать пятое и 26 ноября. В эти дни вспоминают Ивана Милостивого и Иоанна Златоуста. Бедна светом поздняя осень, но ноябрьские ночи до снега темны, а он частенько на Ивана Милостивого выпадал, за что его в народе еще снежным называли. Но если случался в этот день дождь, значит, оттепели до самого 4 декабря землю чернили. Старики в это время с печей не слезали. Ребятишкам строго-настрого запрещалось выходить из дома, чтобы грязь по дорогам не месить. А девушки, сбившись с тайкой, вспоминали подробности подружкиных свадеб, потому что к 25 ноября завершался осенний свадебный цикл. Какое ж тут веселье, когда Филиппов пост через пару дней ожидался. Но пока филипповки по остывшей земле плутали, деревенские хозяйки спешили своих домочадцев чем-нибудь вкусненьким да сладеньким побаловать. А вспомнив о том, что красно лето цветами, а осень пирогами, именно их выпечкой и были озабочены, стараясь перещеголять друг друга оригинальными рецептами. А 26 ноября на Иоанна Златоуста всякая зябь в росте останавливается. Еще говорят, на Златоуста все поле пусто. Поле опустело, где-то приморозило, где-то припорошило. На улицу и носа не хочется показывать. И что же теперь? Можно не трудиться? Отдыхать, ничего не делать? А нет. Лень да безделье у славян не в почете. Все дела теперь делаются в доме. Да по дому, да вокруг дома. Урожай собран. Полны амбары и погреба. Мужики уже к весне телеги готовят. Баклуши изготавливают, чтобы потом из них ложки да поварюшки вырезать, да другую какую-никакую утварь изготавливать. С детьми играют и учат их уму-разуму. Зимой это времени больше для общения да вразумления. А девицы да бабы без дела тоже не сидят. И шьют, и придут, и вяжут, и вышивают. Рукодельничают, стало быть. А как же, приданное необходимо подготовить. Ведь хорошая да умная хозяйка, она всем люба. А еще на поглядки ходят, песни поют, беседы, хороводы водят. Там и умения свои в рукоделии показывают. Суженого или будущую женушку присматривают. Глядишь, и свадьбу в новом лете сыграют. Так что всему свое время. Братья месяцы.